вами канал ProMint. В этом видео я покажу прохождение карты Steve Aoki's Playhouse. В моем телеграм-канале вы сможете найти ссылки на прохождение других карт. Подписывайтесь, чтобы не пропустить выход новых видео. Прогружаемся на карту, спрыгиваем сразу в бассейн и берем задание у старца. Идем на контрольный пункт, разговариваем с человеком и бежим обратно к старцу. Поднимаемся вверх на лестнице слева. Спрыгиваем на такой балкончик. Выполняем задание. Дальше спрыгиваем вниз. Приземляемся на такой тортик и берем задание. Дальше нам предстоит выполнить небольшой паркур. Разговариваем с первым Стивом. Со вторым Стивом. Запрыгиваем на голубую платформу и поднимаемся по лестнице вверх. Разговариваем с третьим Стивом. Спрыгиваем уже с голубой на синенькую платформу, разговариваем с четвертым Стивом. Спрыгиваем вниз и разговариваем с пятым Стивом. Взбираемся на черно-желтую лестницу. Разговариваем с мужчиной. И также сейчас найдем шестого Стива. Вот он. Возвращаемся на черную лестницу. И забегаем в лабиринт. Ориентируйтесь по надписям на полу. Выполняем задание. Нажимаем Enter, прописываем slash respawn и нажимаем еще раз Enter. Мы попадаем в начало карты. Бежим к заданию. Прыгаем в бассейн, выполняем задание и бежим дальше. Выполняем задание Дудо, поднимаемся по лестнице слева и берем задание у повара на улице. Поднимаемся на два этажа вверх, поднялись на второй этаж и теперь по красной лестнице на третий этаж. Теперь спрыгиваем в пропасть, приземляемся на тортик и выполняем задание. Идем в туннель, где стоят повара. Опять выполняем несложный паркур. Проходим к тортику в правый угол. Забираем тортик. Поднимаемся обратно по лестнице. Идем к уличному повару, у которого брали задание. Сдаем задание. Дальше идем вот в такую комнату. Берем следующее задание. Выходим из комнаты и заходим в соседнюю. Нам нужно собрать 5 таких предметов на карте. Дальше бежим к скейт-парку. Сбираемся и собираем птичку. Дальше идем к тиру. Собираем третий предмет и прописываем слэш респаун.
Находим четвертый предмет. И последний, пятый, тут неподалеку. Задание выполнено. Идем к той девушке, у которой брали задание. Поднимаемся на этаж выше. И спускаемся в подвал напротив. Берем задание. И сдаем его мужику. Выполняем вторую часть задания у секретного мужчины. И опять бежим в ту студию, где брали задание. Мы выполнили 20 квестов из 26, остальные будут 28 сентября. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы не пропустить выход новых видео по прохождению новых карт.